Всем привет! Юр, куда мы едем? За грибами. Давай посмотрим, грибы есть или нет вообще. Ну, да. Или мамай прошелся. В принципе, нормально даже. Пару штук найдем. Надеемся на это, что пару. Хоть пару. Так, чисто для показа. Не то, что мы там. Он сейчас на первой пачке на мной. Ну вы это не увидели, я не села. Да похолёсенький, таким ножиком, такими сюськами. Коричневый такой, мягкий. Пушистый. Чёрненький такой. Короче, чё, нормально, поедем, соберем. А если, короче, грибы будут, покажем, не будут, не покажем. Да. А ты природу можешь показать? Да, природу поснимаем, походим, посмотрим. Может, повезет, грибы найдем. Или ягоды. Я ягоды хочу. Ягоды? Да. Скоро это. Через неделю малина спеет. Ну, это малина. Ты что хочешь? Я что хочу? Там клубничку. Это тоже нормально. Да. Нам что, немножко уехать? Немножко. Километр 7. Ну, немножко. Тебе это не 20? Я лучше бы прямую 20, чем зигзагом. А, ну это да. Мы такие в шоке. Самый лучший совпал по рукам. Ну да. Но у меня, в принципе, машины совпал, конечно. Боря сказал, конечно. Опоздал чуть-чуть. Да ладно. Зато погулять с совпал. Здесь народ-то не будет много. А что будет? Буду гора снимать. Будем бегать, кто быстрее гриб найдет. Вот он настоящий леди, должен быть ножик. Знаете какой? Я тебе помню, вот такой ножик у леди должен иметься в сумочке. Это вообще надо страшно бегать с этим леди. Запомните, у леди всегда в сумочке есть такой ножик. Опасно подкатываться. А что, подкаты слишком сильно, да хоп, вытащил, ты что сказал? Да. Сразу резко передумаю об этом. Понял? Что ты такое загорело, это как бледно, смотри. Так неинтересно. Ага, у меня же маску на пипец. Просто так руку держать. Так более-менее. Может, пока это выключить, потом включить, чтобы более-менее искать. Да, еще немножко. Я так привыкла с камерой сидеть. Дай. Мама пролетела. Я тоже скоро буду с правами, так что... Ну что же, летать? Летать. Летать. Ножик или еще права, это вообще опасно. Вообще опасно. На дорогу не выходить. Ну ладно, потом еще снимем. Не будем прощаться. Не будем, да? Не будем. Ну еще увидимся. Да. Налево посмотри. Направо посмотри. Уже прямо смотри. Прямо посмотри, бляха-муха там. Машка уже тут приготовилась. Я уже готова? Да, смотри, какого гигант! А здесь нормальный? Да. Гордый. Чёрный? Ага. Вот это гигантос! Ну как? Угу. Ни хрена себе! Ой. Нет. Вкусный. Не вкусный? Вкусный, смотри, дрявый. Да почистить нормально будет. Проверим? Давай. Испортил, взял гриб, испортил. Как думаешь? Бери. Он вкусный. А? Вкусный какой-то. Не вкусный? Вкусный. Видишь, дрявую вещь. Жуками. Жуками. Нормально мясо. Че, где там? Да ничего, нормально все.
Видишь? Ну как хочешь, ты нашла. Мне нравится вот. Прогулялись, конечно, нормально. Да, машина вот там где-то. Ага. Вдалеке. И далеке. Маша сколько собрала грибов. Блин, вообще Маша капец. Маша зверь. Зверь. А я вообще днище. Если пакет убрать, это вообще тут. Смотри-ка, днище. И жуки. И жуки там полной корзины. И у меня. И у тебя вообще нормально. Вот это да. Огонь, дед. Кстати, не похвалит, никто не похвалит. Ну да. Че, потопали дальше? Пошли на другую посадку. Давай. Вообще, легко позвать куда-нибудь. Да. Вот смотрите, ой, блин. Как мигает, Маша, ты за кадр кипишь. Муравьи. Бешеный знаете, народ. Знаете, как бы, но я цветочку захотела. Да? Точнее, Юрка захотел. Че, опять? Ну, смотри. Машка. С ромашками. Машка с ромашками. С ножиком он этот букет собирает. Опасно, девка. А то не подойдешь. На хромой телеге. Что делаешь? А? Нормально? Короче, природа, короче, вообще нормально. Маша цветы собирает постоянно. Охренеть, ну ты украсила свои грибочки. А то стильно модно молодежно. Да, ладно, все. Отключаемся, подписываемся.